Июнь – традиционный месяц, когда многие территории Тверской области отмечают свои главные праздники. Так, жители Калязинской земли отметили День города и района. О том, какие праздничные мероприятия прошли в муниципалитете, расскажем в нашем следующем материале выпуска. Праздничные мероприятия прошли на открытой площадке в городском саду. В этот день состоялась церемония награждения активных жителей района. Накануне празднования депутаты приняли решение о присвоении звания почетный гражданин Калязинского района Людмиле Николаевне Полянской, заслуженному учителю России, а Марине Николаевне Ивановой, которая посвятила свою жизнь работе с детьми и молодежью, звание присвоено посмертно. Калязинцев поздравили глава района Константин Ильин и гости, прибывшие специально в этот день. Калязинский край – это наша мама родина, корни нашей великой России, где хранятся наши истории, традиции, самое главное – веру православную. Калязин – это, пожалуй, одно из самых красивых мест России. Я это говорю не просто так вот, сотрясая воздух, а я это видел своими глазами, когда находился в космосе. В Калязине в День города существует несколько традиций. Награждать победителей конкурсов за лучшее благоустройство, озеленение и клумбу, а также чествовать молодоженов, новорожденного и самую опытную супружескую пару. Кроме того, прошла церемония награждения и лучших работников калязинских швейных производств. Тверская область стоит наравне с Ивановской областью. Ивановский – это текстильный край, Тверская область – это швейники. Мира вам, добра, благополучия, процветания фабрикам, чтобы они стояли и дальше работали в штатном режиме. В старой части города и парке работала ярмарка сувениров и изделий народных промыслов и ремесел. На спортивных площадках праздник отметили турниром по футболу среди команд ветеранов из Калязина, Кимрк, Краснозаводска и Москвы. А коллектив преподавателей Калязинской художественной школы организовал на улице у бывшего дома купцов Полежаевых галерею художественных полотен, посвященных Калязину.